Всем привет! Меня зовут МДЖ Рамон, и добро пожаловать в крафт-шоу. Сегодня пятница, а это значит, что мы продолжаем играть в игры, цель которых — вынести нам мозг. Сегодня очень странная и несколько даже страшная игра под названием Among the Sleep. Это инди-игра, и она получила нужное средство на Кикстартере, и, по-моему, успешно разрабатывается до сих пор, получила даже две награды. И вы спросите, почему тогда это ЧП, а не Индиана? Потому что, друзья, это хоррор. Хоррор — это то, с чего началась наша чумовая пятница, наша рубрика. А именно у нас было первым видео Слендер. И сегодня мы побудем в шкуре и даже в теле двухлетнего ребенка, который просыпается посреди ночи и встречает ужасы, таящиеся в тени. Вы готовы? Я нет. Поехали. WSAD. И мышь — это двигаться. Control — это ползти или стоять. Пробел — взбираться. А нажать и тащить — это чтобы взаимодействовать с объектами. Окей. It's time for bed now. So good night, precious. I will sing you a song my mother sang to me when I was young. Я надеюсь, вы сейчас смотрите это видео, когда темно, в наушниках. Ну что, мы уже можем управлять, по крайней мере. О-о-о-о! Медведь не вздумает это делать. Знаете, что это мне напоминает? Это мне напоминает фильм «Паранормальное явление». Медведь уехал куда-то по полу. Ё-моё. Знаете, что самое ужасное здесь? Это чувствовать свою беспомощность, понимая, что ты в теле двухлетнего ребенка. Хотя, насколько я знаю, многие двухлетние дети уже, в принципе, научились ходить. Но мы... Ну, смотрите, какие милые ручки. Хая! Я! Так, Control — это мы можем встать на ноги. А, ну вот мы ходим, да, в принципе, все нормально. Даже можем буцать. Прикольно, что я могу видеть свое тело. Окей. То есть мы можем нажать Control и ходить. Но мы ходим очень медленно. Так, мы перемещаемся намного быстрее, окей. Давайте встанем. Не, пусто. Ладно, раз нам намекает, что нужно идти вперед, всячески подталкивая нас вперед. Давайте посмотрим, что же нас здесь ждет. Я на самом деле ничего не вижу, что здесь происходит. Не знаю, видите ли это вы. Я слышу какие-то голоса. Ладно, встанем. Нет. Нет, судя по всему, мы сюда не можем зайти. А куда? Позвольте спросить. Все остальное помещение завалено. Нет. Назад возвращаться тоже нет смысла. Может быть, нам нужно подтолкнуть стул? Как вариант.
можем сделать вот так. Да, мы можем забраться на какой-то предмет. Давай. Отлично. Я слышу, как кто-то говорит: «Помогите мне». Папа. Телевизор. Кто знает, что происходит в сознании двухлетнего ребенка? Здесь ничего. Ух, какая тень. Она меня немножко даже испугала. Ладно, пойдемте вниз, наверное. Но мне кажется, это телевизор. Жаль, маленькие дети не умеют управляться с фонариком. Это бы сейчас очень сильно пригодилось. Так. Специальная защита от детей, судя по всему. Так, я пытаюсь разобраться, куда идти, а... Двери везде закрыты. Здесь. Давайте пальцы в розетку засунем. Не, нельзя. А очень хочется. Я уже чувствую желание этого маленького ребенка. О, тут же дверь есть. Дотянемся ли? Не, с ней вообще даже взаимодействовать нельзя. Окей, в поисках, что же делать, я наткнулся на то, что можно вытащить вилку из розетки, и вследствие нам можно... А, да вот кто просил спасти его. Окей, медведь. Медведь. Но он нам сказал спасибо... Окей. Нам нужно найти твою мать. Тут есть кнопочка G, которая позволяет обнять медведя. Но он какой-то пластмассовый. Он должен быть плюшевый, но он пластмассовый. Все, нам стало чуть-чуть лучше. Бедный медведь. Жутко, да? Оу, окей. Вниз так вниз. Я думаю, лучше ползком вниз. Потому что, если я стоя буду спускаться, то я точно кубарем полечу. Какая ужасная квартира. Ну, вернее, дом. Я должен это заметить просто. Огнетушители, кстати говоря, на каждом углу у них тут. О, ты кто? Привет! Не, он не любит с нами разговаривать, судя по всему. Ну и здесь... Чё это? Трубка. Ох и родители. Мама? Ладно. Не будем особо сильно задерживаться, я думаю, здесь. Нифига себе, яблоки.
Ну что прикольно быть двухлетним ребенком, мы можем проползти в шкафу вот здесь, на другую сторону. О, холодильник. Круто. Пока ничего страшного. Я ожидал, ребят, что здесь будет что-то прям такое жесть-жесть, но пока ничего такого прям очень страшного не происходит. Мы можем взять стул. Давай, чувачок. Как двух... для двух лет он вполне сильный. Оп. И умный. Что у нас тут? Вот это пальто должно было бы напугать малого, мне кажется, очень сильно. Еще один огнетушитель в шкафу. Ускорилось сердцебиение. Мне интересно, почему. Я перейду в гоночный режим на всякий случай. Сюда мы не можем зайти. И опять не видно низги. О, что это такое? Что-то светится. Это всего лишь глюк текстур. Зашибись. Вперед, вперед. Или назад. Я уже не уверен, куда я пришел. Нам каким-то образом предлагают сделать, наверное, лесенку. Сделать вот так. Я не уверен, что это правильная мысль, но смотрите, что тогда получается. Вообще мы, наверное, сразу два можем выдвинуть и залезть на них, правильно? Да. Малой, 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 стой, давай. Еще раз вот сюда. Отлично. Смотрите, шарит. Так, тут как-то была. Только что засветилась рука. О. Отлично. Ей! Мы разгадали пазл. Мама. А никого-то и нет. Медведь. Медведь, обними меня. Где он там? Давайте с ним в обнимку ходить. За окном, конечно, полная жесть. Как они здесь живут с таким видом. Все, поползли отсюда. По-моему, я уже здесь был. О, я слышу, как мама поет. Ты где? И заметьте, здесь... нет, никаких... Твою мать, что это? Что это сейчас было вообще? Окей. Походу, Слендер возвращается. Вы знаете, у меня такое ощущение.
Кто-то поет где-то. Что это за фигня? Это что, портал? А, нет, это стекло. Это просто стекло здесь так сделано. А, во. Так, подождите, я сейчас прошел через стекло. И то ли это кто-то внизу там? Нет, это меня глючит. Что здесь происходит? О, какая-то светящаяся фигня. Я хочу ее взять. Есть! Нифига себе. Котельная. Двухлетний ребенок добрался до котельной. Растаскивая кирпичи огромной тяжести вокруг себя. Ну да ладно. Зато здесь тепло и уютно. Мы еще не можем сюда пройти. А теперь... Ну, можем. И вообще, что это такое? Иха! Ну что, это было прикольно. И стрёмно. Судя по всему, наши фантазии начинают развиваться в шизофрении. И мы теперь находимся на летающих островах. Неожиданно просто вот из дому мы выпали и куда-то попали. И тут, судя по всему, начинается самое интересное. Давайте в турборежим. Пустите меня. Давай, медведь, ты сможешь. Открой мне дверь. Медведь. О, спасибо, медвежонок. Ну что? Как он... Он так стрёмно улыбается. Жесть. Ну и, друзья, наверное, на этом альфа, в которую мы только что играли, я думаю, закончилась. И, как видите, дальше начинается совсем уже... Кошмар. Мы уже с вами успели повстречаться с обитателем ночи. Это было неожиданно настолько, что я не успел даже крикнуть. И в доме начнутся совершенно непонятные вещи. Вот оно, это существо. И только медведь сможет нам помочь. Вот такая вот чумовая пятница, ребята. Если вас заинтересовала игра Among the Sleep, вы можете пойти по ссылке в описании к этому видео. Если я не забуду ее, конечно же, оставить эту ссылку. Либо найти самостоятельно и следить за развитием игры и, возможно, даже ее купить. Ну а на этом все. Меня зовут MJ Ramon. До завтра.